Мы уже говорили о том, что в Чувашии впервые в стране начнут производить сельскохозяйственные тракторы по уникальным технологиям. В течение 11 лет будет локализовано производство тракторов малой и средней мощности на 90% состоящих из отечественных компонентов. О том, какие перспективы откроются для республики в связи с реализацией нового инвестиционного контракта, далее. Концерн берет на себя обязательство произвести, насколько я помню, там 17 тысяч тракторов за весь этот период. При этом производство мощности позволит производить около 8 тысяч тракторов техники в год. Мы рассчитываем на создание более 600 рабочих мест, около 600 рабочих мест. Сумма инвестиций порядка 2 миллиардов минимум. Ну и большой экспортный потенциал и доля рынка. На сегодняшний день в этой нише российского производителя, который мог бы так объемно участвовать в этом рынке, нет. Как показывает весь мировой опыт, развитие промышленности темпами выше среднего осуществляется только там, где есть локомотивы промышленного роста в лице крупных инвестиционных проектов. Вокруг них формируется целая среда развития промышленности в виде малых и средних предприятий. Задача региональных властей, поддерживая все размеры бизнеса, обеспечить прежде всего создание 2-3, можно 5-6 крупных инвестиционных проектов. Решение межправительственной комиссии. Правительственная комиссия – это очень значительный, но первый шаг в данном направлении.